Обеспечение жильем молодых сотрудников, оформление пропусков и сроки въезда для работников предприятий, налогообложение, взаимодействие с банками, аренда земли. Вот лишь малая часть вопросов, которыми сегодня занимается Ассоциация промышленников и предпринимателей. Все эти проблемы обсуждаются и узким кругом, и на заседаниях. Кажется, с одной стороны, что они локальные, однако, когда разговариваешь с предпринимателями, понимаешь, что вопросы транслируются из одного бизнеса в другой. Желание, конечно, реально здесь отработать эти вопросы, а не просто записать их в протокол. Ассоциация налаживает связи с торгово-промышленными палатами региона и страны. Старшие коллеги помогают в решении сложных вопросов. Но самое главное, организация стала площадкой для диалога между различными городскими структурами. Бизнес, представители власти и градообразующего предприятия в рамках встреч и заседаний выстраивают конструктивное взаимодействие друг с другом. Понимание этих проблем есть не только у города, у администрации, но и у градообразующих руководителей. Потому что ассоциация создана при поддержке градообразующего предприятия по инициативе Валентина Ефимовича. Потому что у него большое желание слышать эти проблемы, слышать суть этих проблем. И, естественно, мы их вовлекаем в решение этих проблем. Предприниматели могут обратиться в ассоциацию со своими вопросами по адресу: улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 19, и по телефону 258-04.